Український бізнесмен, родом із Запоріжжя, кілька разів входив до переліку найзаможніших людей України. На сьогодні його холдинг контролює майже 25% алкогольного ринку. Тож недаремно його визнано лідером серед топ-менеджерів алкогольної галузі країни. Один із найвизначніших українських меценатів – президент, співзасновник доброчинного фонду «Патріот Запоріжжя». Захоплюється тенісом і футболом. Євген Черняк – гість програми «Харт» з Влащенко. Вітаю всіх в ефірі «Харт» з Влащенко. В гостях у нас сьогодні відомий бізнесмен, а вже з деяких пір журналіст. У нас сьогодні в гостях Євген Черняк. Здравствуйте. Вітаю вас. Ну, почну з подій. У нас це традиційно, можливо, я просто у вас в Фейсбуці нещодавно прочитала про те, що ви досить різко написали про цю історію з Бабченко, з СБУ і так далі. А що вам не сподобалося? Я думаю, что с учетом того, что эта тема номер один была, должен был быть некий координационный центр, который бы давал единый сигнал. Потому что когда любой потребитель новостей открывает iPad, или откуда он получает информацию, и видит 10 взаимоисключающих сообщений, то происходит ситуация, при которой нет веры ни одному сообщению. То есть вам не понравились только коммуникации? А я в остальном же не очень разбираюсь. Я не оперативник, я не политик. Я могу давать оценку только как гражданин. Как гражданину для меня 10 взаимоисключающих сигналов непонятны. Кто виноват в 10 взаимоисключающих сигналах? Я не даю путей лечения, я могу поставить диагноз. Так поставьте, кто виноват в том, что было 10 взаимоисключающих сигналов? Только видимо, диагноз. Ну, видимо, не какая-то неоднозначность трактовки. Видимо, конкуренция между силовыми ведомствами, видимо, отсутствие уважения друг к другу, видимо, вопрос очередности сообщения этих сигналов. Для рядового потребителя, еще раз повторюсь, не даю внимания оценок ситуации, не имею права. Но 10 разных сообщений в течение 2 часов, они, конечно, не добавляют веры в... Самое большое ситуацию. Событие на этой неделе будет, ну, в стране антикоррупционный суд. Проголосуют за его создание или нет. Для Верховной Рады это будет, ну, такой, ну, сигнал для Запада о том, что они готовы на сотрудничество, готовы получить очередной транш и так далее. Я не буду вас спрашивать об антикоррупционном суде, потому что я, не только потому, что мы с вами договорились не говорить о политике до эфира, а еще и потому, что я уверена, что вы никакого закона об антикоррупционном суде не читали. И понятия не имеете. Но я спрошу вас другое. Как нам, что делать, чтобы спрыгнуть с этой иголки международных валютных фондов, Международного валютного фонда? Потому что, ну, нам так много могут рассказывать, что нужно делать или не делать. А мы вместе понимаем, давайте определимся с терминами, что приход МВФ в любую экономику – это приговор для этой экономики. Ну, знаете, я не экономист по образованию, но, следуя логике вещей, мне кажется, что все-таки жить лучше, чесаться нужно лучше своими ногтями, понимаете? Жить нужно на свои деньги. Конечно, так бывает, что транши и вливания нужны, но сидеть постоянно и жить только за счет этого, это, конечно, губительно, потому что это как героин для наркомана. Не дали дозу, все, как бы наркоман погибает. Ну, это мне так кажется, понимаете? Я так думаю. Приход МВФ в любую экономику – это приговор для экономики. У нас некоторые воспринимают МВФ как некую там, панацею от всех бед. Но на самом же деле задача МВФ, как мне кажется, финансировать инфраструктурные проекты. Вы можете мне назвать хоть один инфраструктурный проект, который построен за деньги МВФ? Или, например, как вы считаете, если мировой темп роста, например, в 2017 году, я сейчас без цифр говорю, просто о модели, составляет, например, 4,5%. Мир так растет. А Украина выросла, например, на 2%, без цифр говорю, то это рост на 2% нашей экономики или отставание? Я уверен, что отставание. Насколько я помню, могу быть неправ в макроэкономических цифрах, но могу себе позволить, 3,6%, по-моему, процента – это точка безубыточности роста для украинской экономики. Ну вот давайте все-таки вернемся все, к моему вопросу. Ниже, это регресс. Все, что выше, прогресс. Давайте вернемся к моему вопросу. То, что мы с вами совпадаем в том, что сидеть на иголке МВФ – это плохо для экономики страны. Я вас спросила, как спрыгнуть с этой иголки? Что нужно для этого делать? Нужно научиться зарабатывать деньги.
Для того, чтобы научиться зарабатывать деньги, нужно бороться с коррупцией в первую очередь. Это то, что легко можно сделать без реформ, просто поменяв парадигму управления страной. Если есть коррупция, то всем остальным заниматься бессмысленно. Коррупция сейчас у нас аномальная. И отсюда, в общем-то, все беды. Все на самом деле проще, чем нам кажется. Потому что большие экономики кажутся нам великими, только когда мы стоим на коленях, рассматривая их. А если начинаешь приближаться к экономике, например, Америки, то ты понимаешь, почему эта страна генерирует так много денег. Все очень просто. Нужны инфраструктурные проекты, нужны реформы, нужна децентрализация, насколько это возможно, нужно упрощение разрешительных процедур и нужна фанатичная борьба с коррупцией. Я не говорю, что в Америке ее нет. Она есть. Но она где-то так высоко в стратосфере, что обычный человек ее не замечает. А у нас с коррупцией каждый день сталкивается большое количество людей. Ответ на ваш вопрос. Борьба с коррупцией с завтрашнего дня и реформы с послезавтрашнего. Ни того, ни другого, ни завтра, ни послезавтра не произойдет. Это мой прогноз. Мы об этом еще поговорим. Видите, вы говорите, отвечаете абсолютно политическими лозунгами, хотя о политике не хотели говорить. В чем это выражается? Ну, вы перечислили, борьба с коррупцией, там еще что-то, все политические лозунги. Это чистая экономика. А мы с вами перейдем... Нет, если бы я сказал, что давайте я буду бороться с коррупцией, назначьте меня, то тогда бы я превратился в политика. Внимание, я никуда не иду, я никуда не баллотируюсь, я никого никуда не зову, я ставлю диагнозы, дело гражданина держать рот открытым, Маргарет Тэтчер сказала. Поэтому я чувствую ответственность за то, чтобы говорить правду о том, что я вижу. Хорошо. Кроме того, у меня есть возможность сравнить. Как вы знаете, я последние 4 года проживаю за пределами Украины. И у меня есть возможность сравнить, как происходит в других странах мира. Национализм лечится путешествиями. Когда ты смотришь и сравниваешь, что там и что тут, то диагнозы очевидны. Мне легче было бы, как не политику и бизнесмену, среди моих потребителей есть люди разных взглядов политических. Мне невыгодно касаться этих тем. Но и с другой стороны, то, что я вижу, вызывает во мне такие эмоции, что я не могу иногда остановиться и ставлю диагнозы. Хорошо, поговорим тогда о бизнесе. Причем начнем сначала. Вот становление вашего личного бизнеса, об этом в интернете написано очень много. Ничего не написано, там, неправда. Ну, я вам говорю, что написано очень много. Я читала эти 2 дня очень внимательно. Правда так. Или неправда, это другое дело, но написано много. Пишет о том, что вам помогал отец, который был вот из красных директоров. Пишет. Нет, он никогда не был красным директором, он работал токарем на Запорожском заводе радиоприбор. Токарем все-таки. Токарем. Потом он в 35 лет закончил институт, получил высшее образование. После этого он ушел в собственный бизнес. Он успешный бизнесмен, и сейчас отдельная бизнес-единица это в нашей семье. Это было блестяще. Ну, то есть к тому времени, когда вы начали заниматься бизнесом, он кем был? Бизнесменом или токарем? Бизнесменом, конечно. Ну, вот видите. И имел возможность вам помочь. Вы говорите, все это неправда, потому что он был токарем. Я не говорил, что это неправда. Секундочку. Я говорю, что неправда, что в интернете много есть о моем первом миллионе. Но я вам сейчас, конечно, безусловно, об этом расскажу. И, конечно же, помощь отца. А ваш отец вам не помогал генетикой? У него не было возможности советов. Мне помогать. Ну, генетика, наверное, помогала советам. А представляете, когда у моего была возможность мне помогать, а он говорил, иди и зарабатывай сам. Вот это есть воспитание. Так действовал мой отец. Но когда-то он мне сказал, ты всегда можешь на меня рассчитывать, когда сам все сделал на 100%. И, конечно, его помощь, безусловно, для меня важна. Ну, а вот ваш там бывший партнер, с которым вы рассорились, да, Виталий Ивахи, утверждает как раз обратное. Кто это? Там, вы не знаете, кто это такой. Городской сумасшедший какой-то очередной. У меня не было таких партнеров. Не было у вас таких партнеров? Не знаю, кто это. Хорошо. Ну, это есть городской сумасшедший в Запорожье, который был в компании смотрящего. Это бизнесмен или токарь? Вот этот вот Виталий Ивахев. Я думаю, что его бы даже токарем не взяли. Он живет... Но он бизнесом занимается. Он живет за счет жены, насколько я знаю. Жена у него хороший бизнесмен. Он из компании... У вас были общие проекты с ним? Нет, никогда. Никогда не было? Никогда. Ни одного общего проекта. Он из компании смотрящего Анисима, когда тот убежал. Вы знаете эту громкую историю. Ивахов, это путь многих общественников, вдруг неожиданно для меня, для многих, для себя, наверное, превратился в местного общественника. Ну, репутация у него не очень, предлагаю не обсуждать, неинтересно. И уже даже не смешно. Вот в одном из, вот раз уже вы заговорили об Анисимовых и так далее,
В одном из интервью вы сказали, что вы заплатили достаточно большую цену за то, чтобы сохранить свой бизнес в Украине и сохранить себя. Что вы имеете в виду? Ну, потому что, понимаете, как очень много есть материалов о том, что вы были, ну, если так в общем, в целом говорить, что вы были в компании людей Януковича, потом, когда произошел Майдан, вы просто уехали, потому что у вас появились трудности. Так я уехал, во-первых, до Майдана. Давайте зафиксируем. Во-вторых, как вы считаете, я был в компании людей Януковича, и они же у меня забирали бизнес? Где логика в ваших словах и в вопросах? Ну, у вас забирал бизнес, у вас был, насколько я понимаю, конфликт непосредственно с запорожскими людьми, как раз вот с этим Жанисимом. Нет, конечно, у меня слишком большое предприятие, чтобы иметь локальные конфликты. Конечно, нет. И, конечно, то, что вы говорите, абсолютная неправда. Я не говорю, я спрашиваю, я ничего не утверждаю. Тогда отвечаю на ваш вопрос, а не опровергаю ваше утверждение. Да, была громкая история, у меня хотели отобрать 50% бизнеса, по этому поводу существует набор уголовных дел, судебных решений, судебных процессов. Несколько человек находятся в розыске Интерпола, несколько человек уже сидят в тюрьме. И мы, хоть и не быстро, с учетом, я бы сказал, такого неторопливого украинского правосудия, но тем не менее движемся вперед к окончательному приговору главарю этой банды. Так вот, главарь банды входил в вертикаль Януковича. Главарь банды — это кто? Анисимов. А, тот же Евгений. Анисимов. Да, это он же. Поэтому, когда вы задаете вопрос, был ли я частью той команды, то вы же сами себе и отвечаете, что я не мог быть частью команды, потому что у меня же отбирали бизнес. Вы понимаете, у меня внутри этой команды пострадавшего было от огромное той количество конфликтов между разными людьми. Если бы их не было, можете возможно, мне привести не пример участников члена команды году. Януковича, вы могли быть там членом, у которого отбирали бизнес. Приведите на вскидку фамилию. Нет, я понимаете, как я ничего не могу утверждать, я только вам задаю вопросы. Ну, смотрите, есть же эмоционально окрашенные вопросы. Представляете, когда я прошел огромный длинный путь защиты своего бизнеса, он был крайне эмоционально тяжелый, а потом, попадая к вам в студию, вы говорите, так вы же часть команды Януковича. Ну как но такое можно сказать человеку, у которого отбирали бизнес? Мы сейчас не можем прокрутить назад, но я думаю, наши зрители, которые будут смотреть эту программу, они смогут прокрутить назад, увидеть, что я спросила. Ходят слухи, пишут, что? Вот. Что утверждения в моих словах не было никакого. Услышал. Что то есть вы задаете вопросы на фоне ходящих слухов? И правильно в том числе. В том числе. Вернусь все-таки к бизнесу, чтобы мы не теряли вопрос. Я отношусь к той редкой породе бизнесменов в Украине, которые никогда не работали с бюджетными деньгами. Вообще никогда. Я никогда не был в политике. У меня нет своих депутатов. Я ничего никогда не лоббирую. Я построил весь бизнес с нуля. Я не участвовал в приватизации. Это очевидные, понятные, легко проверяемые факты. Поэтому я считаю, что бизнесменов такой идеологии или такого пути нужно поддерживать. Кроме того, я имел предложение, чтобы вам было понятно, от лица так называемого принимающего решения в этой стране на высокую государственную должность. Сразу после Майдана. Какую? Высокую. Не региональную. Я имел такое предложение. То есть вы не можете сказать, кто вам делал это предложение? По очевидным причинам не могу. Сейчас этого человека во власти уже нет. Но тем не менее... Вам предлагали быть министром? Немножко выше. Вице-премьером? Но тем не менее такое предложение у меня было. И я абсолютно осознанно отказался. Почему? Потому что я уже знал, какие собеседования проводятся с претендентами на назначение на должность. А в чем там была проблема в этих собеседованиях? Мне не понравились по содержанию. Бизнесмену, который все сделал своими руками, self-made, да? А человек, который знает, как там дышит бизнес. Но должно же быть интересно попробовать государственную машину. Безусловно, должно быть, но мне не интересно, потому что я не хочу приближаться к бюджетным деньгам. Я повторюсь, что считаю политику грязным делом. Не потому что я всех политиков считаю грязными. Но политика, к сожалению, грязное дело. А кого вы не считаете грязным политиком в этой стране? Например, назовите хоть несколько фамилий. Назову. Назовите. Маргарет Тэтчер. В этой стране, нравится. В Украине? Деголь мне очень нравится. Я думаю, как политик хорош будет Трамп в перспективе. Я веду речь об Украине. Махатма Ганди неплох. Но в Украине, то есть, не знаете чистых политиков? Если... Махатма Ганди не из Украины, не знаю.
Понятно. А вот если бы вас вызвали, сказали, в порядке волонтерской помощи, вот не хочешь быть министром, не надо, но в порядке волонтерства, что нужно делать для того, чтобы бизнес наконец заработал? Потому что мы 4 года не можем экономику сделать так, чтобы она задышала. Что нужно делать? Я не знаю, там налоговая система, особые преференции, там еще какие-то вещи. Что нужно сделать для того, чтобы этот поезд поехал? В Украине все не работает не потому, что плоха система, а потому, что ее никто не выполняет. Нет выполнения законов и наказания за их невыполнение. Вы можете мне назвать одного пострадавшего, которого осудили, провели следствие и посадили в тюрьму? Скажите, среднему бизнесмену, да, или там малому бизнесу легко платить все налоги в Украине в честную, в белую, для того, чтобы выжить? Их нелегко платить нигде. Это правильно, но я бы сказала, чтобы выжить. Тот, кто избрал свой путь международной большой компании, не имеет права не платить, потому что риски внутри украинские настолько велики, что они могут повлиять на внешний бизнес. Вы не поняли мой вопрос. Смотрите, вернемся назад тогда. Я спросила, легко ли, что нужно делать для того, чтобы нашу экономику поднять? Вы сказали, надо просто выполнять уже те законы, которые есть. Ну, потому что система, пока это первый этап. Система не так плоха. Как я вам говорю, этап. Что, например, наша налоговая система, она такова, что она просто людей душит за горло. Налоговую систему, особенно на вот этом уровне, на этапе, который называется подъем, надо бы менять. Надо бы дать людям возможность подышать и дать преференции. Безусловно. Поддержка местного производителя – это то, на чем поднимались все страны. Это очевидно. Нам не нужно изобретать велосипед. В мире были примеры и потяжелее, чем наш. Нужно посмотреть, как страны выходили из этой ситуации и интегрировать сюда. Но для этого нужна воля. Политическая, человеческая. Ее нет, и завтра она, к сожалению, не появится. Извините, что я, может быть, кого-то расстрою, но я не могу врать. Я чувствую и вижу, и у меня есть достаточно индикаторов для того, чтобы делать выводы. Я вот сейчас месяц в Украине, потому что тут работает бизнес, и у нас ряд советов директоров, у нас переговоры с большим системообразующим международным банком. Я вижу показатели, я вижу прогнозы. Я вижу уровень потребительских настроений. Они, к сожалению, негативны. Единственное, что я вижу из позитивного, чтобы быть до конца честным, это то, что, как мне кажется, сработала децентрализация, и вот местные громады на своих уровнях получили возможность тратить на свои нужды деньги. Это опустило вниз. А вот многие местные громады деньги. Говорят, что это никакой децентрализации нет, и что она фальшивая на Возможно. Самом деле. Возможно, это то, что вижу я. Но я еще раз, внимание, не политик, не государственный деятель. Это то, что вижу я как бизнесмен. И у нас в этой студии... Вот я вам про децентрализацию приведу пример. Смотрите, местным громадам передали больницы, школы и так далее. Они сами теперь их должны содержать. Вы знаете это, да? Ну, потому что у них есть якобы деньги. Но вот, скажем, реформа здравоохранения, это когда будет одна большая денежная труба, один фонд, как он там называется, откуда вот там люди, которые сидят в этом фонде, будут распределять. Сюда даем, сюда не даем. Этому дам, этому не дам. Как в старой детской сказке про сороку-воровку. Так что, это называется децентрализация? Ну, это я вам только один пример привела. Я понимаю, о ком вы говорите, сорока-воровка. Но я не очень понимаю в этом, чтобы давать свои оценки. В этой студии было большое количество людей, которые размышляют вообще обо Хорошо. Всем и ни о чем конкретно. Хорошо, тогда я давай. Разбираюсь в своей отрасли. Что я могу сказать по своей отрасли? Вот когда я ехал сюда к вам на передачу, то с удивлением узнал, что счета Укрспирта арестованы налоговой за долг 160 миллионов. Это государственный концерн, который работает в Украине и, подчеркиваю, имеет монопольное право продавать продукцию. Монопольно. Если это монопольно государственное учреждение с арестованными счетами такого же государственного учреждения, как назвать ситуацию в стране? Сейчас мои директора просят отпустить им продукт. Укрспирт не может этого сделать, потому что у него арестованы счета. А почему счета арестованы? Потому что у Укрспирта есть судебный процесс с налоговой, в рамках которого налоговая арестовала счета. Ну это удивительно. Укрспирт – одно из самых богатых предприятий в этой стране. Почему у них есть проблемы с налоговой, мне совершенно непонятно. Но хочу вас спросить о другом. Укрспирт – это такое предприятие, которое там, ну, последние там, 20 лет, да, у него там, или сколько оно существует, но всегда есть смотрящие. Ну, были, есть.
И, видимо, будут, пока оно будет. И вся часть денег идет на нужды там, избирательных кампаний и так далее, и так далее. Часть денег, которые оттуда вынимаются. И всегда считается, что достаточно почетным, если там, какой-то партии или какому-то человеку, представителю этой партии, отдают, например, такие предприятия, как, я не знаю, там, Укрспирт, Энерга, там, еще какие-то предприятия, для того, чтобы он сидел там на потоках. Кто, по вашим сведениям, сейчас сидит смотрящим в Укрспирте? Вы этого не можете не знать. Я точно знаю, конечно. Это совершенно очевидно. Больше того, я не революционер. И я буду делать только то... Спрашиваю фамилию. Я буду делать только то, что считаю моральным, либо аморальным. Обычно рассказы про смотрящих начинаются на следующий день после того, как они закончили свою деятельность. По состоянию на сейчас смотрящий есть. Он известен. Известно, от кого он. Известно, из какого города. Известна вся их деятельность. Мы никто с этим, насколько это возможно, боремся. Фиксируем все нарушения. И обязательно, гарантирую вам, 100% будет обращение в НАБУ, в Генеральную прокуратуру, но после того, как они закончат свою деятельность. Потому что если сейчас скажу и назову эту фамилию, она известна, широко известна в узких кругах, да и в широких известна. То завтра нам начнут блокировать отгрузки. А у меня есть американские контракты. И завтра я же буду звонить вам и говорить, поддержите меня, пожалуйста, как журналист, придайте гласности. Потому что любой вопрос, который у меня возникает, в силу моей честной позиции, я всегда придаю гласности. Сколько процентов на этом рынке контрафакта сегодня? По моим оценкам, 35-40. То есть вот эти пугающие цифры за 50, их нет. Потому что легальные компании борются. Ну, 40 борются. Это тоже пугающая это цифра, кошмар. Честно говоря. Это кошмар. Так вот, получается, если в Украине монополия, но 40% рынка в тени, а все то, что в тени, вырабатывается на заводах же Укрспирта, то представьте себе всю порочность этой схемы. Это безусловно. Все. То есть весь контрафакт, или почти весь, формируется вот на Малой Арнаутской Укрспирт? На 80%. 20% это контрабанда и некие новые методы ведения бизнеса теневого. Но 80% теневого рынка производится на заводах монополистов государственного. Это и есть те деньги, которые, которые вычленяются, дифференцируются из государственного предприятия, как деньги уже, которые отдаются в политику. Я не знаю, куда они отдаются. Ну, не только в политику, я понятно. Я знаю, откуда они изымаются. И в частный бизнес и так далее, это понятно. Этого я не знаю, я не могу этого утверждать. Тем не менее, смысл, семьи и так далее. Тем не менее, я этого не знаю. Тем не менее, не знаю, этот смотрящий, который есть сейчас, член ли он семьи. Вернее, он член семьи, я не знаю, какой. Видимо, преступной, мафиозной, я бы так сказал. Так вот, это деньги, которые получаются из производства на заводах Укрспирта левого спирта. Вдумайтесь во всю порочность и извращенность государственного управления. И вы думаете, об этой проблеме никто не знает? Вы думаете, что мы о ней не говорим? Почитайте мой Фейсбук, там официальные заявления в правоохранительные органы лидера отечественного рынка производства алкогольных напитков. Все знают о проблеме. Страна наводнена контрафактом. Лекарства, водка и многое другое. Все, ну, лекарства, говорит, вообще 80% рынок контрафакта. Поэтому, естественно, потому что, а есть лаборатория специальная, есть контролирующие органы, которые должны работать? Вы удивитесь, все до примитива просто. Если есть завод в Укрспирте, то берется цифра, сколько он произвел легального спирта, а потом косвенными методами по электричеству, по воде, по количеству выехавших и заехавших машин, по количеству работающих людей определяется, сколько же он реально чего выпустил. И когда вы возьмете любой работающий завод или большинство работающих заводов в Укрспирте, большинство, сформулирую так, то 40% там будет людей, которые пришли в третью смену, 40% лишних выехавших машин, 40% лишней потраченной электроэнергии, воды и так далее. Тут не нужно изобретать айфон. Евгений, нужно иметь желание навести порядок. Дебаты, такого желания нет. Дебаты о том, насколько морально или неморально производить алкоголь, они как бы вечны, да, они там столетиями длятся. Хотя, судя там, по исследованиям, алкоголь ставят прям в один ряд с наркотическими веществами. Ну, это просто вас... в отличие от... Я интересовалась вопросом. В отличие от алкоголя, алкоголь это во всем мире разрешенный наркотик, а так же, как и табак.
а там другие виды наркотиков не разрешены. Для вас это является какой-то там предметом раздумий или не очень? Предметом раздумий является, но не очень. Угу. Я честно да, делаю... Да, но нет. Это прекрасный ответ. Я честно делаю свой бизнес. Действую в установленных государством регламентах. Это за понятно. Предыдущий год я заплатил 2 миллиарда гривен налогов. Я же говорю о философской части. Заплачу 2,5 миллиарда налогов в этом году. И считаю, что если я эти налоги не заплачу, то их, они уйдут в теневой сектор. Это, по-моему, очевидно. Считаю также, что все есть яд и все есть лекарство, Парацель сказал. Также считаю, что предъявлять претензии к производителям алкоголя, это все равно, что предъявлять претензии. Я не предъявляю. Я люблю хорошие виски, например, понимаете? Я просто спрашиваю об этом, потому что дискуссия существует много лет. Моральный аспект, безусловно, меня беспокоит. И все-таки закончу фразу, что вы же, ну, не будем же мы задавать вопросы производителям автомобилей, если происходит, не дай бог, ДТП. Или если кого-то ток ударил, мы же не будем предъявлять претензии к электростанции. И таких примеров огромное количество. Я рассказывал историю классную. Есть в Фейсбуке достаточно активно, очень мне нравится, пишет классно о бизнесе Деркач, он производитель молока. И я как-то читаю себя, и там хейтеры приходят и говорят, как вам не стыдно, вы что? Захожу его читать, он у меня в подписке стоит. А там этот же хейтер говорит, как вам не стыдно, зачем вы производите молоко, это же очень вредно. О деньгах. И дает 25 ссылок. О деньгах, смотрите, вы... Я ответил на ваш вопрос? Конечно. Вы достаточно много и сил в своей жизни, и всего остального положили, времени отдали, большую часть своей жизни, там, с юных лет, для того, чтобы зарабатывать деньги. А я тут, у меня на днях буквально привлек очень пост Владимира Яковлева, это тот Яковлев, который был хозяином Коммерсанта в свое время. Человек, который знает, что такое деньги, который был богатым и так далее. Вот он пишет. Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател, а когда разорился. Разорился я лет 6 назад, после того, как закончил работать с проектом «СНОП». Разорился не в смысле «ах, я разорен», а реально, так что к маме деньги ходил занимать. И вот какое пренеприятное открытие я сделал. От того, что я потерял свое богатство, я стал жить лучше, а не хуже. И честное слово, я сам по себе раньше в этом не поверил. И заканчивает так. Главная тайна богатства состоит в том, что оно не стоит тех усилий, которые требуются для того, чтобы его достичь. Смотрите, вы там, начали с того, что вы поставили киоск. Вы боролись с конкурентами, вы там доказывали, бегали что-то журналистам, вы брали кредиты, вы их не возвращали, вы ссорились... Секундочку, по кредитам подробнее, кто не возвращал? Если хотите, сейчас отдельно. Мы сейчас о деньгах закончим, это то самое. Нет, ну кто не возвращал кредиты? Это же важно. Пишут о том, что вы не возвращали кредиты. Бред, у меня 8 миллионов кредит. 8 Бред. Миллионов кредит. У меня безупречно. То есть это неправда? У меня безупречно. Хорошо, здесь поставили точку. Можно я закончу все-таки? Да, да. Вы же не можете так, проходя, сказать, да, кстати, ты кого-то кинул. Еще раз повторюсь, у меня безупречная кредитная история, что дает мне возможность кредитоваться в ведущих банках мира. Кроме того, мы кредитуемся в том числе и в Америке. А там комплайенс, поверьте мне, проходят до молекул, разбирают туда. Окей, значит, поэтому это я не знаю, о какой истории вы говорите. Значит, это неправда. Вы, в общем, у вас было много, да, таких форс-мажорных историй. Вы закрывали одни предприятия, открывали другие. Нервы вы потратили на бизнес достаточно много в жизни. Ради чего? Зачем вам деньги? Смысл жизни в экспансии, сказал академик Сахаров. Вот эта фраза мне близка. Да. Второе. Принимать оценки того, зачем нужны деньги от разорившегося человека, я лично не готов. Вот если бы он был успешен, а потом все пожертвовал и уехал бы, например, в Индию заниматься йогой, то тогда бы это было интересно. А истории разорившихся ребят, которые вдруг определили после разорения, что деньги были не так нужны, они смешны. Поэтому есть большое количество бизнесменов. Уоррен Баффету сколько? 87, могу ошибаться. Он продолжает активно заниматься бизнесом. Ведь бизнесом люди занимаются не из-за денег. А из-за чего? Там огромное количество мотиваций. А у вас какая? В том числе реализоваться. В том числе... сделать что-то, чего без меня бы не произошло. Ведь у меня, на самом деле, я об этом очень редко говорю, но у меня под 30% по состоянию на сейчас инвестиций в другие бизнесы. У меня есть инвестиции в IT, например, в Сан-Франциско работает достаточно большая команда, Allset. Или у меня есть инвестиции, например, в мебель, которую делают для школ, например.
или у меня там есть инвестиции в другие предприятия, которые не связаны с алкоголем. Я об этом не говорю, но это не говорит о том, что этого нет. Ну, то есть у вас сегодня есть какое-то количество стартапов, которые не имеют отношения к алкогольному бизнесу? Не просто стартапов, а генерирующих прибыль бизнесов. Поэтому, когда вы меня спрашиваете... Почему стартапы не могут генерировать прибыль? Потому что очень часто стартап – это убыточная история, которая за счет денег инвесторов на раунде А или Б добирает разницу между тем, что они генерируют... Ну, если прибыль, и тем, что, и тем, что происходит. Я не слышал, иначе бы у них не было смысла. Приведите пример. Кто на раунде А прибылен? Ну, смотрите, я знаю, что в Житомире есть компания, да, которая в количестве 8 человек заработала 1 000 000 в первый год. Они просто сидели в комнате, ребята, и писали программы. Так это не стартап, это бизнес. А что это? Нет, так они начинали как стартап. Они собрались вместе, решили, что они будут делать. Начинать стартап – это не договор. Собраться вместе, а собраться вместе и найти инвестора. Это как МВФ для Украины, который будет погашать в течение какого-то времени разницу между тем, что генерирует компания. Но, безусловно, им нужны были какие-то инвестиции для начала работы. Неизвестно. Я думаю, если они заработали 1 000 000, зачем им инвестиции? Поэтому это не житомирский стартап, это житомирский бизнес. А у меня есть как бизнесы, так и стартапы. Выход в стартапе, он приблизительно 3-4 года. Это венчурная, так называемая, инвестиция. Ну, то есть деньги вам нужны для того, чтобы реализовываться. Я живу жизнью бедного человека с деньгами. У меня нет никаких предметов роскоши. У меня нет самолетов собственных, у меня нет футбольных клубов, у меня нет, какие там еще атрибуты, яхт и так далее. Я живу жизнью своего потребителя, чтобы его досконально понимать. Поэтому, когда ты делаешь продукт масс-маркета, то ты должен его, во-первых, делать качественным, если ты играешь в длинную. А во-вторых, ты должен понимать, чем думает твой потребитель. Вы сейчас приехали с охраной? Мой потребитель в чартере... Мой потребитель на чартерных самолетах не летает. Вы сейчас сюда я приехал с охраной, я в Украине охраняемое лицо. Сколько человек в вашей охране? С водителем 3. Почему вы приехали с охраны? Кого вы боитесь? Вы читали вчера интернет? Надеюсь. Там опять застрелили вчера какого-то водителя. Сегодня было. Сегодня, извиняюсь. И такие сообщения Горенчих приходят. Расстреляли. Ну, он же был криминальный авторитет, но вы же не криминальный авторитет. А бизнесмена... Вы же не лича. Но его не застрелили. Застрелили его водителя, а ему удалось убежать. А что, бизнесменов не стреляют в нашей стране? Ну, стреляют всех. Бизнесменов, смотрите, журналистов, всех. Так вот поэтому... А вы с охраной? Я нет. Рекомендую вам ее взять. Просто вы должны... Вы задаете неудобные вопросы каким-то людям. А вдруг кто-то сойдет с ума и что-то сделает неправильно. Я вообще за то, чтобы журналистов охраняли. Чтобы не происходили вот события известные. Я только за это. Это должна быть государственная инициатива, чтобы журналистов охраняли. Поэтому я рекомендую, с учетом того, что происходит на улицах, и с учетом градуса очень высокого в обществе, конечно же, быть охраняемым лицом, если это возможно. Это самая неприятная часть моего бизнеса. И за пределами страны я, конечно же, нахожусь без охраны. Я спокойно в Нью-Йорке езжу на Uber, перемещаюсь на метро и хожу пешком. Без охраны. Но тут это, к сожалению, печальный факт и необходимость. Сейчас перейдем к журналистике. Охраняют меня, кстати, работники милиции. Сейчас перейдем к журналистике. Но хочу до этого вас спросить. Вы вообще пиар любите? Потому что у нас я помню, нет пиар-отдела. Я когда-то прочитала ваше интервью из Нью-Йорка, к вам приезжал журналист, и я просто поразилась. Статья вся прям была абсолютно медовая, сочилась, так сказать, сахаром, медом и восторгом. Вам, ну вот, вы ушли в журналистику, потому что вам, вы были не удовлетворены большей частью тех материалов, которые да. вы читали о бизнесе, да. или по какой-то другой причине? Именно так. Тут я соглашусь с вами. И когда меня спрашивают, в том числе, как я собираюсь помогать стране, то вот этот мой проект – это бесплатный MBA для людей, которые хотят стать богаче. То есть им не нужно платить 50-60 тысяч долларов и тратить год своего времени на то, чтобы изучить успешные бизнес-кейсы компании. Ну, вот программа «Большие деньги». Я часть видела программы, не все. Вот если бы я спросила у вас, просто как там, у коллеги, как концептуально вы ее определяете? Она существует, чтобы что? Вот чтобы обучить кого-то. Вы верите, что так можно? Уверен. Вы верите в это? Уверен. Вот я считаю, что в литературном институте никого нельзя научить быть писателем. Это бред. Либо человек пишущий, правильно. Либо нет. Совершенно верно. Так вы подтверждаете то, что говорю я. А это не институт. Это когда человек в любое удобное для него время, если нужно, поставив на паузу, смотрит внимательно на то, как ведут себя бизнесмены в обычной жизни.
Это разговор двух бизнесменов. Я же не журналист. Я их коллега. И я задаю вопросы, которые волнуют в том числе и меня. А значит, волнуют и бизнесменов другого уровня. И они, внимательно глядя на эту передачу, кое-что записывая, просто ускорятся в движении к своей мечте. Именно так я определяю концепт этой передачи. То есть это мотивирующая история такая. Предпринимателей, которая вот обучает и мотивирует. Вот сидим мы тут, красивые, успешные. Посмотрите на нас, хотите быть такими, как мы? Вставайте и что-то делайте. Вставайте и как-то что-то так. Делайте. Ну, совершенно то есть фактически это мотивирующая, а не обучающая программа. Это мотивирующая и обучающая программа, потому что по итогам, напоминаю, бизнесмен, который участвовал в этой программе, выбирает для себя человека для менторства. Например, Юрий Косюк. Передача, с которым побила все рекорды смотрибельности. Или, например, передача с Борисом Ложкиным, у которой миллион просмотров. Они все заканчиваются тем, что эти бизнесмены помогают обычным людям. А как вы считаете? В том числе ярко социальная направленность. А как вы считаете программу с Борисом Ложкиным, который написал прекрасную книжку «Четвертая республика»? Она вчера, кстати, лежала на Мистецком арсенале. Вы купили хоть? С вашей книгой рядом. Он мне ее презентовал когда-то с подписью, как и вы свою книгу презентовали с подписью. Но меня попросили вашу книгу в Америке, и поэтому я купил ее на раскладке издательства «Фолио» под небом Аустерлица. Да, спасибо большое. И вот, понимаете, когда вот грубая листья, я не могу устоять. Все-таки мне было приятно, что вы купили еще одну мою книгу. Я шучу. Я приготовился что-то отвечать. А вы все, вот я заметила это. Вот я хочу вам сказать, журналистика — это профессия очень таких, в хорошем смысле, расслабленных людей. Я заметила в ваших программах, что вы постоянно находитесь в таком, знаете, в состоянии какого-то такого жесткого такого напряжения. Так а как бизнес происходит? И сейчас здесь то же самое. Почему? Почему вам не расслабиться? А бизнес же учит быть все время в тонусе, сконцентрированным. Вы когда-нибудь видели расслабленных бизнесменов, успешных? Я нет. Нет и никогда. И я сказала расслабиться в хорошем смысле. Ведь это же одно другое не отменяет. Можно быть сконцентрированным и расслабленным одновременно. Лучшие бойцы там, восточных единоборств – это люди, которые расслаблены во время боя. Понимаете? Да. Вот и все. Бизнес – это не восточное единоборство. Он гораздо более многогранен, сложен, энергозатратен. И, в общем, тут выигрывают стрессоустойчивые люди. И хочу вам сказать, что задача моя, как интервьюера, вам, как коллеге говорю, не сочтите это за грубую лесть, вскрыть человека, который пришел на интервью. Вот вы же достаете некие слухи из интернета, конечно, которые к реальности не имеют никакого отношения. Когда в моей передаче это категорически запрещено. Моя задача... Этого не сделаю никогда. Нет, я вам скажу почему. Ну, во-первых, подтвержденные документами многие там фазы жизни человека вы не найдете. Но есть какие-то вещи, которые можно... И здесь важно даже, как человек среагирует просто. Очень многим сразу понятно. То есть вы провоцируете. Правда это или... Конечно. То есть вы провоцируете, Хард — это провокация. Если вы... Хард — это провокация. Это такой формат. Так как вы как провокатор можете задавать мне вопрос, почему я жестко веду свои передачи? Да потому что мне нужно бизнесмена за 45 минут... Боже упаси, я вас об этом не спрашивала. Спрашивала, почему вы так напряжены во время программы. Во время этой или той? И во время своих тоже. У меня нет ответа на ваш вопрос. Мне кажется, внутренне я спокоен. Понятно. А вот вы говорите, что вы приглашаете, например, почему у Косюка и у Ложкина было много просмотров, мне понятно. Они же ньюзмейкеры. Они люди, которые имеют еще и политический резонанс. Они и личности, и бизнесмены. Вот. Часть меня интересует. Поэтому, конечно. В моей программе запрещено обсуждение политики. Если вы завтра пригласите, там, я не знаю, там, Порошенко в свою программу, то, конечно, будет много просмотров, естественно. Не потому, что его любят или он интересен. Хотя я не исключаю, что кто-то его любит и кому-то он интересен. Но просто потому, что он президент. То же самое с Ложкиным. Он был долгой главой администрации президента. Кстати, как вы считаете, вот в случае с Ложкиным, помогло ему укрепить бизнес, то, что он был долгое время главой администрации Насколько президента? Насколько я понимаю, у него на момент, когда он стал политиком, бизнеса не было. Что ему было укреплять? Ну, проданный бизнес? У него был медиабизнес. Нет, он был продан до этого. За полгода, по-моему. А больше у него не было никакого бизнеса? Я таких не знаю. И хочу вам сказать, что, например, в моей программе был еще Жванецкий Михаил Михайлович. И мы с ним тоже говорили о бизнесе. И мы с ним говорили о принятии решений, о мотивации.
Мы с ним говорили о там, трезвом взгляде на свой Михаил путь, на оценку. Михаил Михайлович сам себе бизнесмен. Богатый человек, он разбогател. Значит, он бизнесмен? Лично. Конечно. Значит, он, продавая собственный бренд. Как вы подбираете своих героев? И собственные мозги, он стал успешным. Мне это стало интересно. И, конечно, безусловно, если говорить о Порошенко, то он же до момента, как стал президентом, был успешным бизнесменом. И я его, пользуясь случаем, приглашаю, конечно, в Big Money. Но разговаривать мы будем исключительно о бизнесе. Потому что все, что связано с его президентством, мне понятно. А вот то, как он построил успешную большую корпорацию, как он выстраивал команды, какие метрики ему помогали, понятно. Какая у него внутренняя корпоративная культура, мне, безусловно, будет интересно. Конечно, я вас понимаю в этом. А кто, вот как вы подбираете своих героев, и кто из ваших героев у вас вызывал чувство зависти или, там, наоборот, немедленного желания встать и уйти и больше не говорить с этим человеком никогда? Было несколько очень успешных менеджеров, именно даже не предпринимателей или бизнесменов, а менеджеров, которые открывают такие невероятные или крутые мотивации в бизнесе, что я мотивируюсь от них. У меня, удивитесь, не было ни одного, кто бы был мне неприятен. Кто у вас вызвал чувство зависти? Очень крутое интервью было с Василием Хмельницким. Очень. Очень умен и глубок Косюк. Вот его вот этот подход именно к бизнесу. Я не размышляю на темы дотаций и так далее. Угу. Я размышляю только с позиции менеджера. Он когда менеджер, в полном порядке. Когда менеджер, вот вы говорите, я не размышляю о дотации, когда менеджер на всю катушку использует свой государственный ресурс, как вы говорите, я близко не подходил к бюджету, а менеджеры, которые близко подходят к бюджету, очень близко, они прям находятся внутри его. Это вам нравится или нет? Мне, ну, конечно, безусловно, мне это не нравится. Я за А вызывает у вас чувство зависти? Неужели вы никогда не хотели так? Вы думаете, я бы не смог? Вы что думаете, что это сложно? Нет, я не думаю, что это сложно. А почему тогда этого не делают? Я думаю, что если бы это было не сложно, на самом деле, это и сложно, и не сложно, то там бы сидели уже все внутри бюджета. Потому что кто откажется от государственного, вы отказались. Хорошо, у меня есть такое ощущение, но у каждого же человека есть какая-то ролевая модель, да? Вот мне кажется, есть такой в российском бизнесе, человек называется Тинькофф, я не помню, как его зовут. Олег Тинькофф, точно. Тинькофф Банк, очень успешный бизнесмен. Да, вот мне кажется, что вот где-то визуально вы как бы срисовываете его, может быть, не так кажется, потому что у него там международный бизнес, у него он делал, не знаю, правда, сейчас делает или нет, но он делал одно время ряд интернет-программ, тоже с бизнесменами, кстати говоря. Интересно, я их все посмотрел. И со всеми у него онлайн-банк людьми. Самый большой, он очень успешный бизнесмен. Да, у него первый в России онлайн-банк, насколько я знаю. И самый крупный. Но в нем есть, знаете, некое такое внутреннее противоречие. Он все время, всегда видно, что он хочет успеха страстно, публичного именно. Признание, наверное. В нем есть такая демонстративность некая, да, вот люди с демонстративной нервной системой, это как раз он к ним принадлежит, вот. И вот мне кажется, что где-то для вас это ролевая модель, или я ошибаюсь? Ну, если она и есть, и где-то прослеживается, то точно неосознанно. Я не думаю, что я ищу какого-то признания. Программа развивается, движется в нужном направлении, она все-таки образовательная. Я отснял, пока у меня было тут время, около 12 программ, точно будет интересно. И какая, понимаете, потребитель сам определяет твою ролевую модель. Ведь, насколько я вижу, у вас в Фейсбуке категорически упало количество лайков после того, как вы начали вести передачу. То есть для меня вы больше Фейсбук-журналист или Фейсбук-блогер были. Вы были мне интересны именно в той категории. После чего, вы говорите, у меня упало После того, количество? Как вы начали вот вести эту программу, вы же приглашаете... Какую эту программу? Вот эту. Ну, слушайте, ну я веду телевизионную программу уже, наверное, лет 6. Нет, именно эту. Вы же так сейчас... Хард я веду лет 6. Не на этом канале, а на другом вела. Какая же... разница? Ну, тогда, когда он приобрел такое серьезное социальное звучание. Вы же сейчас отдаете себе отчет, что вы в топе интервьюеров страны? Конечно. А как только вы заявляете любую позицию, ваши поклонники, либо хейтеры, начинают радикализоваться. То есть они радикально вас любят, а кто-то радикально ненавидит. Красная гвоздика, спутница тревог. Это как бы... Это очевидно. Это история как бы с любым журналистом. Это очевидно? Конечно. Вы осознанно на это шли? Ну, слушайте, я осознанно занимаю, как любой человек, вменяемый, всегда любую позицию в жизни.
Для меня как бы есть важная такая история, что ты не можешь работать в журналистике, если ты будешь шевелять и сидеть сразу на 10 стульях. Совершенно верно. Поэтому в моей передаче я абсолютно честен с теми, кто ее смотрит. Я вот такой. Хотите, принимайте. Не хотите, критикуйте. Конструктивную критику принимаю. Хейтеров блокирую. Хорошо. Тогда все очень просто. Вам поэтому задам несколько неудобных вопросов. Я готов к ним. Как будто до этого были только удобные. Но я хочу вам сказать сейчас, что я не буду никак подстраиваться именно в передаче под мнение потребителя. Что касается моего основного бизнеса, конечно, это моя профессия – угадывать, что будет хотеть потребитель завтра. А в передаче, которая носит образовательный проект, она затратна. Понятно. Я на ней деньги не зарабатываю и не собираюсь этого делать. Я буду в ней тем, кто и есть, и моя задача. Вы на ней можете заработать успех. Зачем вам деньги на ней? И моя задача, чтобы те, кто приходят в передачу, вскрылись и показали, кто они есть на самом тогда деле. Уже очень коротко. Тогда уже коротко буду задавать вопрос. Считайте, что такое большой блиц будет, потому что у нас осталось не так много времени. Ходили слухи о том, что опять у вас слухи? Писали об этом, писали журналисты. Вы с ними не судились. Следовательно, я могу спросить. Я, потому что я из СМИ беру это. А вдруг я судился? Хорошо, скажите, что судились на эту тему. Писали журналисты, писали в СМИ о том, что реклама водки, вашей водки, которую делал покойный Богдан Ступка, что там был конфликт. Вы ему не заплатили за эту рекламу. Более того, она делалась не как водка, а реклама водки, а как реклама острова Хортица. Так это ролик, который снимался для острова Хортица, национального заповедника, который озвучил Богдан Ступка. А как там появилась водка ваша? Никак не появилась. Вы опять пользуетесь какими-то низкопробными слухами. На каких мусорниках я вы видела. Находите это? Информационных? Стоп. Я не понимаю. Вот, смотрите, Евгений, есть реклама. Давайте мы не будем до этого опускаться. Мусорниках. Хорошо, мусорниках. Есть реклама. Я видела рекламу национального вашей водки. В которой участвовал покойный Богдан Ступка. Вам будет неудобно после передачи. Есть реклама национального заповедника остров Хортица. Точка. Так. И там никак не фигурировала водка. Нет, Хортица. Конечно. Хорошо. Правда ли, что Григоришин является вашим другом и партнером? Он просто из Запорожья, я его очень давно знаю. То есть он является и другом, и деловым партнером? Нет, вашим. Я не видел его, думаю, что 5 или 6 лет. Нет, мы никогда не дружили. Он запорожский предприниматель, закончил 28-ю математическую школу. Мы знакомы достаточно шапочно. Ходит легенда о том, что вы в вашей службе безопасности иногда там использовали криминалитет. Насколько это совпадает? Вы удивитесь, но у нас нет службы безопасности, направленной на внешние какие-то задачи. У нас есть внутренняя служба безопасности, как в любой большой компании, возглавляет ее бывший прокурор, дипломированный юрист и адвокат. Конечно, нет, никогда не использовал. Смотрите, все, что попало в интернет, это навсегда. Я всегда знал, что я буду строить большую компанию. Нет, никогда не буду использовать никаких противозаконных либо аморальных методов. После вашего интервью с Гариком Карагодским у вас там возник небольшой, так сказать, батл. И он возник только с одной стороны, с моей стороны ответа не будет. Вы не переписывали представление Гарика Карагодского в Ютубе. Кто он? Представление Гарика Карагодского в Ютубе, да. Кто он? Да. Бизнесмен, я знаю, вы дружите. Писатель. Я знаю, мы дружим, действительно. Я знаю, вы дружите. И вопрос... То есть вы переписывали или не переписывали? Скажите просто и все. Значит, если я сейчас начну объяснять, то это будет достаточно длинно и несправедливо по отношению к Гарику. Ну, то есть переписывали? Нет. Понятно. Я нет. В одном из интервью вы сказали, разговаривая с бизнесменом, вы сказали, они хотят быть нами. Что вы имели в виду? Хотят успеха. Люди, которые смотрят эту передачу, хотят успеха. Они хотят, чтобы их бренд был успешен, чтобы их внимательно слушали, чтобы к их мнению прислушивались. Они хотят реализоваться. Поэтому я всегда всем участникам своей программы говорю о том, что ребята, которые нас смотрят, хотят быть нами и имеют на это право. Когда к вам в Америку приезжают журналисты, вы оплачиваете жилье и дорогу? Нет, конечно. Не оплачиваете. Исключено. Почему вы что-то засмеялись? Такая практика существует. Поэтому мы с вами договаривались об интервью, вы сказали, если нужно, я приеду в Нью-Йорк. Мы с вами обсуждали, что я вам что-то доплачу? Да, нет, конечно. И если бы я не был сейчас... Я предпочитаю за свои деньги ездить всегда. А почему тогда считаете, что другие журналисты ездят за чужие? Я просто сказала, что такая практика существует. Я у вас спросила. Не со мной. Нью-Йорк точно. Это очень далеко. Я понимаете? Не ищу. Летают прямые самолеты каждый день, 10 часов через океан. Это хорошо, гораздо ближе, чем многие билеты думают. Это не дешево.
Если их покупать заранее, то достаточно дешево. Вы же собирались приехать за свои? Да. Ну, не за свои, за деньги канала я собиралась приехать. Пару лет договариваемся об интервью. Да. И вот, наконец-то, я тут, мы поговорили. Считаете ли вы себя конфликтным человеком? Да. Почему? Потому что я в некоторых принципах, то есть где-то я гибок и лоялен, а есть вещи, которые, в принципе, я не готов обсуждать. И когда вот это была ситуация с этими смотрящими предыдущими, то на самом деле мне же легче было бы ваш договориться. Ваш любимый писатель? Булгаков, Бунин, Толстой, Пелевин, Быков. А Быков что любите? Достоевский, «Эвакуатор». Я люблю Быкова очень. Первый роман. Я люблю очень его ЖД. Угу. Очень люблю. Это прямо ну, вот, та книга, когда мне грустно, я обязательно читаю ЖД. А о чем ЖД, с вашей точки зрения? А это о неких... Не, сюжет не перескакивайте. Скажите, о чем она в целом для вас? А это о жизненных ценностях, в общем. И о принципах. Если вы помните, то главный герой как раз страдал и был конфликтным человеком именно потому, что не хотел отступать от принципов. С кем из чиновников и политиков нынешней власти вы общаетесь? Ни с кем. Ни с кем. Кого вы поддержали в 2004 году? Никого я не собираюсь поддерживать дальше. Я вне политики. А что вам о себе или о своей биографии неудобно вспоминать сегодня? Нет таких вопросов. А приходилось ли вам употреблять наркотики? Никогда. Даже марихуану не курили? Никогда и ничего. Вау. Ну вы просто, вас нужно памятник ставить. По-моему, все когда-то пробовали. Хорошо. Марихуану. Продается ли водка «Хортица» на территории аннексированного Крыма и ЛНР, ДНР? Я не могу отвечать на такие вопросы. Мы ее туда точно не продаем. Ну, то есть вы ее туда не доставляете? Да, конечно, нет. Это исключено. Правда ли, что в 2010 году у вас был контроль над укрспиртом, как пишут журналисты? У меня? Да. В 2010? Да. Это еще, боюсь спросить, при какой власти? Ну, это Янукович был как раз. То есть у меня одновременно... Мы же с этого начинали с вами. Я понял. То есть у меня одновременно забирают бизнес, одновременно дают мне контроль. Локальные конфликты всегда не исключены с какими-то людьми. Как это... Даже с их фамилией Анисимов. Как это совмещается с логикой? Окей. Правда ли вы... это самое, что вы дружите с рэпером Тимати? Нет, конечно. Фотографии видела? Фотографии 12 лет. Мы были на пляже в Сент-Тропе. И он приехал с какой-то лодки и перефотографировался с половиной пляжа. Кроме того, к нам он подошел, и он нас попросил с ним сфотографироваться. Правда? Да. Чего? А с нами был один человек, который мог быть потенциально заказчиком его концерта. Он абсолютно адекватный парень. А это был какой-то российский олигарх с вами? Ну, потому что узнать он только мог российского олигарха. Да. Хороший, вменяемый, адекватный человек и бизнесмен. Ну, в России поэтому... тоже есть хорошие, вменяемые люди. Да, конечно. Кто спорит? Ваша житейская мечта? Воля и покой. Как это совместимо с бизнесом? Вы помните, ведь в жизни счастья нет? На свете счастья нет, есть но воля, есть покой и воля. Воля и покой. Так звучит эта цитата. Да. Последний вопрос здесь. Покой и воля только... Евгении нужно оставить бизнес для того, чтобы иметь. Выбирайте, что вы хотите. Какую? Любую опцию. Повторите выбирайте. Вопрос. Я сказала, что для того, чтобы иметь покой и волю, надо расставаться с бизнесом. Это не совместимо. Расставаться? Конечно. Так. Я уверена в этом. А я выбираю сейчас формат вопроса, да? Да, пожалуйста. Цифры? Ну, давайте цифры. Что там у нас в цифрах? Это все это самое, вопросы зрителей. Скільки коштує, скажите, будь ласка. У меня будет предвзятое мнение, но я думаю, что не меньше 500 миллионов. Угу. Отже, вы в Форбсе. Я в Форбсе. А на каком месте вы? Не знаю. Вернее, не помню. Я в Форбсе. Для вас это важливо будет там? Да, это табло для того, чтобы понимать, кто как отыграл предыдущий год. Що ж, друзі мої, сьогодні був Харрис Влащенко, сьогодні у нас був відомий бізнесмен, блогер і журналіст деякого часу. У нас сьогодні в гостях був Євген Черняк. А я прощаюся з вами, говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. До зустрічі.